Табаров, второй Дан Карпидулов, руководитель Федерации Республики Таджикистан. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте, уважаемые мастера. С праздником вас, с праздником Победы. Это общий праздник. Я рад, что вот в этот праздник сегодня там попал именно вот на 9 мая, именно в Москве, город герой. Вот сегодня я вам продемонстрирую из старой школы Дайторю, то есть это приемы из карате, Дайторю, волевые приемы броски. Вот, с прямого удара и прямого удара ноги. Наносит удар, прямой удар, живот, еще раз. Уход. Удар обязательно, контроль руки не забываем, потому что это удар ниже вот так держит, чтобы он не ушел. Удар обязательно. Заходим, держим кисть. У многих на самом деле, вот именно вот, те, которые тренируют руки, очень крепкие руки. Просто так сломать руку, кисть повернуть невозможно. Из-за этого, когда мы делаем вот, то есть задержание удержания, я беру вот отсюда. То есть чуть-чуть меняю угол. И обязательно болевой. Контроль должен быть. Обязательно. Как Сергей Рыбин сказал, прямого удара. Я никогда, то есть человек, который защищается, никогда вот сюда не идет, чтобы его убили. Я защищаюсь, при этом держу дистанцию. На контроле держу. Контроль важен очень. Бросок. Кисть. Магия. Я захожу вовнутрь. Держу. Еще раз. Здесь тоже контроль. Попробуй удар. Обязательно контроль будет. Еще раз. Май. Сюда. То есть баланс. Здесь баланс противника. Основная нога упорная. Стоит. То, что мне хочу, то есть остается делать, поднять, бросать под себя. И смогу руку брать, болевую делать. Сейчас.